Всем привет, ребят, меня зовут Джинлав, Анатолий Быков, и в этом видео, как вы уже догадались, я расскажу вам о лучшей механической игровой клавиатуре в мире на данный момент. Итак, и собственно, в этом видео я сделаю краткий обзор, почему же она считается и является самой лучшей механической клавиатурой игровой по сравнению с другими клавиатурами. Итак, начнем. Начнем с того, что нужно четко понять, с чего вы хотите. Потому что когда я создал первую свою игровую клавиатуру, вот эту вот, я встретил такие критику, то, что она недостаточно красивая, то есть она, ну, выглядит, да, не совсем красиво. Естественно, есть такой недостаток, она, возможно, не совсем красивая, как другие клавиатуры. Но нужно определиться и четко понять, что вы хотите от клавиатуры. Вы хотите, чтобы она была в красивом корпусе и была красивой клавиатурой, или вы хотите, чтобы клавиатура приносила результат вам в играх, чтобы она улучшала уровень вашей игры и способствовала этому, чтобы с помощью игровой клавиатуры вы добивались больших результатов в игре, да? Просто определить, что вы хотите: иметь красоту или иметь лучший уровень своей игры, или иметь результаты, да, чтобы данная клавиатура давала результаты. Так вот, для тех, кто хочет красоты, естественно, эта моя клавиатура не обладает красивым дизайном, но зато она обладает лучшими другими критериями, которые делают любую игру человека максимально эффективной. Итак, теперь давайте сделаем обзор. Почему я, кстати, затронул это? Потому что надо четко разделять, чего вы хотите. Если вам важен результат игры и чтобы ваша игра была эффективной, то, естественно, эта клавиатура именно для вас. И вы можете сами изготовить по моему видеокурсу. Но если вам важно что-то другое, то можете не смотреть это видео и переключаться на что-то другое, да, смотреть другие видео. Но если вы хотите лучше играть, лучше, как, в общем, действовать в любой ситуации в игре и максимально эффективно отыгрывать, то это видео именно для вас, потому что я объясню, почему эта игровая клавиатура считается самой лучшей среди всех остальных и основные ее достоинства. Ну все, приступаем. Вот. Суть в том, что если мы разберемся, что игровую клавиатуру делает игровой, то будет очень простая фраза. Игровую клавиатуру делает ее игровой то, что необходимо нажимать максимальное количество клавиш с максимальной скоростью, точностью. Вот. И, как я сказал, уже максимальное количество клавиш. То есть для нас важно, для вообще любой игровой клавиатуры необходимо всего лишь эти три параметра, чтобы человек, игрок, который играет в игры, мог прожать большое количество клавиш с максимальной скоростью. Это раз. Второе. Чтобы он мог их прожать с максимальной точностью, то есть без промахов. Вот. Это два. Вот. Ну и третье. То, что вся эта эргономика была удобна и самому человеку. То есть, чтобы это все было удобно, комфортно, да. И максимальная скорость во всем этом присутствовала. Поэтому именно эта клавиатура соответствует этим критериям. Почему она этим критериям соответствует? И почему именно эти критерии именно делают игровую клавиатуру по-настоящему игровой? Почему именно эти критерии очень важны? Потому что, смотрите, в любой игре необходимо нажимать множество количества клавиш. И очень важна скорость нажатия и точность нажатия. Если вы не успеваете какую-то клавишу нажать, промахиваетесь или нажимаете маленькое количество клавиш, а нужно было прожать больше клавиш за какую-то за одну секунду, допустим, то, естественно, вы плохо отыгрываете. Данной клавиатуре, благодаря специальной уникальной раскладке, вы имеете возможность нажимать большое количество клавиш с максимальной скоростью, с максимальной точностью, и вам это будет, самое главное, удобно, комфортно, и вы это все будете быстро делать. Итак, начнем с того, с самого первого плюса данной игровой клавиатуры. А именно, ее самый основной плюс — это ее расположение клавиш. И именно от этого расположения клавиш вытекают все остальные параметры, которые, собственно, делают эту клавиатуру игровой. Итак, за счет правильного расположения клавиш, а правильное расположение клавиш — это значит, что все клавиши, вот эти вот основные клавиши, расположены индивидуально по моей руке. То есть
Они не просто так занимают каждая клавиша определенную позицию. Они расположены относительно моей руки. То есть сама клавиатура изготавливалась индивидуально по моей руке. И каждое расположение кнопки было подогнано под мои пальцы, под изгибы моих пальцев, под траекторию скручивания и так далее. Вот, под длину моих пальцев. Все было подогнано. Каждый переключатель стоит на том месте не случайно. Итак, за счет этого что мы имеем? Мы имеем максимально удобное и эффективное управление. Вот. И за счет правильного расположения переключателей мы можем самое первое и самое главное нажимать большое количество клавиш без движения кистью. То есть, если мы вспомним любую обычную клавиатуру, то нам необходимо, чтобы нажать какую-то клавишу, двигать кистью, да, по клавиатуре, да. Вот здесь же вы можете нажимать большое количество клавиш, большое очень количество клавиш, не двигая кистью. Теперь давайте посчитаем, какое же количество клавиш вы можете нажимать, не двигая кистью. С максимальной скоростью и точностью. Что я подразумеваю с максимальной скоростью? То есть, это вы сможете нажать эту кнопку максимально быстро. Максимально быстро сможете нажать эту кнопку. Вот. Что я подразумеваю с максимальной точностью? Максимальной точностью означает, что вы сможете нажать данную кнопку без промахов и без кликов. Да, то есть максимально точно нажмете именно на эту кнопку. Не промахнетесь, не две зажмете кнопки, а именно точно нажмете на ту кнопку. И то, что вы еще нажмете их, эти кнопки в большом количестве. Итак, теперь давайте смотрим, за счет чего это получается. За счет того, что мы расположили все клавиши правильно по траектории движения каждого пальца. Вот. Также имеются наклонные переключатели. Мы можем нажимать эти клавиши с максимальной скоростью и большое количество. Теперь давайте, как я сказал, уже посчитаем, какое же количество клавиш мы можем нажимать с максимальной скоростью и точностью. Итак, для указательного пальца это 1, 2, 3, 4. 4 кнопки, которые мы можем нажать с максимальной скоростью и точностью. Есть еще пятая кнопка, но пятую кнопку мы уже нажимаем с микродвижением руки вперед. Эти же 4 кнопки вы нажимаете без движения кисти. То есть их можно нажимать очень быстро. Вот, также то же самое идет под средний палец. Также 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И пятая кнопка с небольшим движением, последняя, да, вон там. Небольшим движением вперед кисть, наклона кисти. Вот. Вот. Тоже 4 кнопки. С максимальной скоростью и точностью мы можем прожимать без ошибок, быстро реагировать на ситуацию, нажимая эти 4 кнопки. Просто одним движением пальца. Хоть, допустим, вот эту наклонную кнопку раз, нажали. Или вот тут указательный палец раз, нажали на наклонную кнопку. То есть, видите, есть специальные наклонные кнопки, которые тоже увеличивают количество нажатых клавиш. В обычных клавиатурах все кнопки расположены примерно горизонтально. Но в этой клавиатуре есть специальный ряд кнопок наклонных. Вот, то же самое теперь под средний палец. Здесь у нас идет 1, 2, 3, 4. То же самое, 4 кнопки под этот. Ну, та же самая ситуация. Теперь под мизинец. Под мизинец по-другому немножко. Смотрим. Одна кнопка, вторая кнопка наклонная, третья кнопка впереди и боковая. Вот. Вот. Но боковая нажимается с микродвижением, совсем с микродвижением. Но без движения кисти мы можем на мизинце нажать 3 кнопки с максимальной скоростью и точностью. Ну, в принципе, четвертая кнопка это боковая. Тут вообще практически микродвижение кисти. Итак, и теперь большой палец. У большого пальца мы можем нажимать тоже 3 кнопки с максимальной скоростью и точностью. Это вот эта средняя кнопка. Вторая это вот эта кнопка. И третья – это вот эта вот кнопка. Тут есть и другие кнопки, но эти кнопки, вот эти вот, вот это и вот это, мы не можем нажать с максимальной скоростью и точностью. То есть с максимальной скоростью мы можем нажать, но вот с максимальной точностью нет, потому что мы можем чуть-чуть переборщить, промахнуться и так далее. А вот эти три кнопки мы нажимаем с максимальной точностью, без промахов. Итак, теперь считаем общее количество клавиш в этой суперигровой клавиатуре, которую мы прожимаем. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Так, сбился, извините. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 кнопок вы можете нажать с максимальной скоростью и точностью данной клавиатуры. То есть вы будете нажимать эти кнопки без какого-либо движения кисти, просто перемещая палец максимально быстро. Вот. О чем это говорит? О том, что это максимально эффективная клавиатура. То есть не нужно двигать рукой, тем самым вы лишаете себя промахов, и ваша точность нажатия увеличена до 100%. То есть вы не промахиваетесь на кнопки. И скорость нажатия максимально быстрая, потому что все кнопки расположены очень удобно. Вот. Теперь давайте перейдем ко второму критерию. Я сказал, что про количество клавиш, которые нажимаются с максимальной скоростью и точностью. Теперь давайте я скажу другое. От чего зависит скорость? Ну, вы понимаете, что от движения, да? Если нет движения, значит, лишних движений. Если нет, да, то скорость будет выше. Но также очень важно, от чего зависит скорость нажатия, еще от и расположения самих переключателей. Из-за того, что данные переключатели расположены не как обычно в обычных клавиатурах, они расположены дальше друг от друга, здесь расположены не специально на определенном расстоянии. Некоторые клавиши расположены близко друг к другу, некоторые клавиши расположены, допустим, как вот это, дальше друг от друга. Вот. Почему? Потому что есть траектория выпрямления пальцев. Вот при выпрямлении безымянного пальца он выпрямляется дальше, поэтому клавиша стоит дальше. При выпрямлении указательного пальца он не так далеко выпрямляется, клавиша ближе. Вы понимаете, насколько важно расположить все переключатели именно по траектории движения пальцев. Вот. Соответственно, это также влияет на скорость. Ну и то, что я хотел вам сказать, что когда все это сочетается, появляется максимально эффективное и комфортное управление. Вы не представляете, как удобно и комфортно играть на такой клавиатуре. То есть этих кнопок реально достаточно. Если мы играем в игру, то иногда нужно нажимать много кнопочек различных, много скиллов прожимать. И нам нужно двигать руки кой, мы промахиваемся, ошибаемся, некоторые кнопки неудобно нажимать. Нам пишут в чате, что ты рак, не умеешь играть. На самом деле проблема наша не в том, что мы не умеем играть, а в том, что мы используем неправильные клавиатуры. Если вы создадите свою собственную клавиатуру, то сможете отыгрывать и играть максимально эффективно. Ну, кратенько я пробежался, не буду затягивать видео и скажу, что если вы хотите создать свою собственную игровую клавиатуру, то вы тоже можете это сделать, потому что я это сделал. Я записал для этого целый видеокурс. Естественно, моя клавиатура не получилась супер красивой, она обычная клавиатура, вот, да, то есть обычная такая клавиатура. Вот, но зато она максимально эффективная, она дает реальный результат в игре. И именно это вам и нужно. Если вы хотите лучше играть, то только вы сможете это реализовать на такой клавиатуре. А любая другая клавиатура, если вы которую купите, не улучшит ваш скилл, вы не станете лучше играть, потому что основная проблема обычных клавиатур в том, что там неправильно расположены переключатели. Когда все переключатели у вас будут расположены индивидуально, под каждый ваш палец, под мизинец расположен правильный переключатель, под безымянный, под средний, под указательный. Все переключатели будут расположены правильно на определенном расстоянии. Даже вот эти вот переключатели не случайно имеют разный угол наклона. Это тоже было все выверено и измерено, какой переключатель под каким углом наклона расположить. Даже эти переключатели имеют разный угол наклона под каждый палец. Когда все это будет сделано, вы действительно поймете, как это сильно влияет на игру. И самое главное, что вы тоже можете это сделать. Просто приобретайте мой видеокурс. Естественно, не так-то и просто изготовить самому клавиатуру, но в любом случае вам будет намного легче, потому что вы уже будете делать это по моему видеокурсу. И вы сможете это тоже сделать. Если я это смог, а с моим видеокурсом вам это будет еще легче. Вот. Естественно, в будущем я создам красивую клавиатуру, сейчас я на это собираю деньги. Она будет иметь красивый дизайн, и я
учту те минусы, которые были в этой клавиатуре. Естественно, она не совсем идеальная. Эта клавиатура идеальная и самая лучшая только на данный момент времени. Когда я ее создавал, когда я ее создал, протайпил очень много. Есть некоторые нюансы, которые еще можно улучшить. И не бывает конечного идеала. Бывает только конечный идеал на определенный момент времени. Сейчас она самая лучшая. Когда я создам новую клавиатуру, моя новая клавиатура будет лучше, чем эта. Потому что в новой клавиатуре не будет тех недостатков, которые есть в этой. Потому что некоторые кнопки можно было по-другому расположить и так далее. Некоторые кнопки должны были расположены только по окружной траектории. Это уже мое новое понимание. Вот эта кнопка, она должна была расположена там под углом, в такой горизонтальной плоскости. Но это уже все будет в новой клавиатуре. Ну а сейчас, даже сейчас вы можете сделать лучшую игровую клавиатуру самому себе, самостоятельно. И не тратьте деньги на эти дорогие клавиатуры, которые продаются в магазинах. В этом нет смысла. Просто покупайте мой видеокурс, потом берите... Ну, все, что нужно сделать, я вам покажу в видеокурсе. Ну, а в принципе, если кратко сказать, вы берете обычную механическую клавиатуру и переделываете ее, и изготавливаете свою собственную лучшую клавиатуру. Но те деньги, которые вы потратите на изготовление своей клавиатуры, будут намного лучше, чем те деньги, которые вы просто выкинете, потратив, купив обычную клавиатуру и начнете ей пользоваться. В любом случае, это вам не принесет никакой пользы. А вот если вы купите мой видеокурс, потом купите обычную механическую клавиатуру, разберете ее, и потом с помощью моего видеокурса создадите свою собственную игровую клавиатуру, именно сделанную по вашей руке, то тогда вы действительно улучшите свой уровень игры благодаря той клавиатуре, которую создадите сами. Ну, а на этом все. Видео я и так очень сильно затянул. Хотел рассказать немножко кратко обо всем, но не получается. Поэтому на этом все. С вами был Джин Лавбеков Анатолий. Всем пока. Приобретайте курс. Ссылка в описании.